Вязание диагональной сеточки. Сначала провязываем цепочку из воздушных петель. Затем пропускаем 6 петель с правой стороны и в седьмую петлю вдеваем крючок, предварительно сделав 2 накида. И провязываем столбик с 2 накидами. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Делаем 2 накида на крючок. Крючок вдеваем в ту же петлю, куда мы вязали столбик с 2 накидами. Захватываем рабочую ниточку и вытаскиваем петлю. Провязываем 2 петли попарно. 1, 2. На крючке у нас остаются 2 петли. Теперь делаем 2 накида на крючок. Пропускаем 3 воздушных петли и в четвертую вдеваем крючок. Захватываем рабочую нитку и вытаскиваем петлю. И провязываем попарно 2 петли. На крючке остается 3 петли. Захватываем рабочую нитку и провязываем вместе 3 петли. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Делаем 2 накида на крючок. Вводим туда же, где был связан столбик с 2 накидами. Захватываем ниточку и вытаскиваем петлю. Захватываем ниточку еще раз и провязываем попарно 2 петли. На крючке остается 2 петли. Делаем 2 накида на крючок, пропускаем 3 петли. Следующую вводим крючок, вытаскиваем ниточку и провязываем попарно 2 петли. На крючке 3 петли. Захватываем ниточку и провязываем их вместе. И далее вяжем 3 воздушные петли. Далее вязание чередуется до тех пор, пока мы не провяжем его до конца ряда. И вот я связала до конца ряда. Чтобы получить красивый край, вяжем 1 воздушную петлю и столбик с 2 накидами в ту же самую петельку, где был связан последний столбик с 2 накидами. Вот у меня получился красивый край. Я переворачиваю вязание и вяжу второй ряд. Для этого провязываем 4 воздушные петли. И столбик с 2 накидами вот в эту точку. Смотрите внимательно, если крючок будет вдет неправильно, то сеточка получится некрасивой. Итак, вяжем столбик с 2 накидами. И далее продолжаем вязать точно так же, как мы вязали первый ряд. Вяжем 3 воздушные петли. Делаем 2 накида на крючок. Вводим в ту же самую точку. И вытаскиваем петлю и провязываем попарно 2 петли. На крючке 2 петли. Теперь делаем 2 накида на крючок. И следующую место пересечения
вводим крючок и провязываем столбик с двумя накидами. Так будет выглядеть образец диагональной сеточки.